Два слова хочу сказать о фото и видео возможностях на Фингфон первого. Очевидно, что этот телефон не по части фотофлагмана и видеофлагмана. Так, крепкий середняк. Цветопередача не нравится, обработка фотографий. Портреты только делает достойные и на селфи, и на внешнюю камеру. В ночное время фоткает достаточно резво, приятные фотографии делает. Осветляет достойно, частота кадра приличная. Как фотографирует природу и пейзажи, мне вообще не по душе. Цветопередача такая слишком блеклая, даже мрачная. В общем целом, внешняя камера на твердую четверку по пятибалльной шкале. Селфи троечка, не более того. ПО по обработке чувствуется, хромает. Контраст, резкость фотографии выкручивает. Нереалистичные фотографии в большей части получаются. По видео, в принципе, более-менее все достойно. Для крепкого середнячка он снимает выше поставленной ценовой планки своей. Стабилизация видео достойная. Фокусировка кадра отличная. Звук записывает далеко не топовый, но лучше, чем iPhone 12, как к примеру. Причем уверенно лучше, чем iPhone 12. Стабилизация хорошая, в отличие от моих предыдущих телефонов Tecno, которые не умеют просто видео стабилизировать. Картинка трясущаяся, отвратительная, омерзительная и убогая. А здесь, в общем целом, все более-менее достойно. Но это исключительно технической части. А вот по видео и фотовозможностях вы видите сами, как снимает видео. В данном случае 1К, 60 кадров в секунду. Программно он может максимум снимать 4К, 30 кадров. Селфи-камера 720 на 60 кадров в секунду. И, в принципе, на этом все. В общем целом, примерно таким образом. Немного сероватое видео местами, но я думаю, не стоит ждать погоды с моря от телефона за скромные 23 тысячи. Ну, за 23 можно, конечно же, купить добротненький Pixel 6a, который будет куда интереснее давать картинку. Но тоже далеко не топовый телефон. Лучше уж тогда расщедриться и семерку купить, 7a. Там уже крепко, плотненько все.